Давайте встречать на этой сцене Сергея Трегубова, город Москва. Здравствуйте. Начнем? Начнем. Вам шутить туда. Да. Поехали. Поехали. Пришел в ресторан, японская еда. Пойду на улицу, на ломаю палочек. Так. Теперь вот как гусеница застрял в яблоке. Назад, на задницу. Как тут еще сейчас? У курицы есть трусов, а у петуха нет рук. Вот еще сейчас. Блондинки, у вас волосы. Блондинки, у вас волосы, если вы не знаете. Парадоксальная улыбка Вовы Зеленского почему-то приносит вам 1000 гривен. Ну, сейчас я продолжу так. Да, действительно, продолжите. Я вам только напомню, если снова ребята засмеются, то вы заработаете уже 5000 гривен. А где вы живете в Москве? Вот. Я живу в метро Профсоюзное. В метро живете, да? Да. Не, около метро там. А, я думал... Блондинки, у вас волосы короткие. Продолжает, да? Сереж, Сереж. А, ну все, я понял. Сейчас, подожди. Одну секундочку, да. Я должен вам правила напомнить. Да, ну, во-первых, вы вышли на сцену, и есть возможность смешить публику, это здорово. Вы уже выиграли 1000 гривен. Это еще не все. Вы можете забрать эти деньги. Не, ну я хотел продолжить. Но если комики не засмеются, когда вы продолжите, вы все потеряете. Ну, я понял. А кем вы работаете, Сереж? Ну, я пока еще не работаю. Конечно. Ну, я потом буду работать, сейчас я пока там, мне здоровье надо поправить, зубы там. Обычно наоборот. Ну все, бывает в жизни. Ну что? А потом пойду работать с слесарем или кем-нибудь. Я понял. Сережа, а вы вообще ну, из Москвы родом? Да. Точно? Вы не откуда-то здесь? Ну, не, есть... я в Москве живу. Я как, 75-го года в Москве живу. 37-го, чуть не сказал. Не, 75-го года. 75-го, понял. Живете с 75-го, а до этого в 64-м где жили? А почему сейчас черт возьми? А, ну да, глупости. Извините. Ну, в жизни все бывает. Ну да. Понимаем. Мы все по жизни, как там... Братаны. Не, ну, смеемся. А, да, да. Хорошо, Сережа. Это новый слоган нашего шоу. Мы все по жизни смеемся. Следующая минута может принести вам 5000 гривен. Начнем? Да. Давайте. Блондинка, у вас волосы короткие, черные. Значит, мозги еще стираются. А вот сейчас вот дальше. Доктор, блондинки не дышат, значит, пукнули. Сейчас вот. Приходит девушка на этот маскарад, голая, значит, черные туфли, черные перчатки. А если придет, то у вас костюм, я пик. Вова, что происходит? Это я тебя хотел спросить. Сережа, а вы что читаете? Вот... Ну, анекдоты. А давайте я вам песню спою. Конечно. Чуть дальше сейчас вот Дима скажет. Вова, я, честно говоря, сам очень удивлен. Но вы выиграли 5000 гривен. Как парадоксально не звучит эта фраза. Ну, перед этим я хотел приветом передать друзьям. Пожалуйста. Максу и этому. И этому. И маме там, и друзьям. Я хотел передать... А теперь хотел я песню из этого, из группы Modern Talking спеть. Можно? Modern Talking, я думаю, это было бы замечательно. Да. Я не знаю, как Дмитрий ведущий, вот как сказать. Вот, не против, скажешь. Я спою сейчас. Я против. Почему? Только если вы возьмете еще одну минуту для вашего выступления. Ну сейчас, я сейчас все пою, а потом несколько... Давайте так, Сереж, давайте я вам предложу условия. Вы можете сейчас забрать ваш выигрыш, 5000 гривен. Не давайте по... А хотите выиграть больше, да? Ну я сейчас пою, а потом... Короче, Сережа, выбирайте, забираете деньги и уходите, или продолжаете сколько, выступление. Сколько? 5000. Не, ну я хотел еще. Ну тогда минута в вашем распоряжении. Если не рассмешите, все потеряете. Я вас предупреждал. Я бы на вашем месте пел, конечно. Не, чтобы... Пел или уходил с деньгами? Ну, я плохо пою. А.
Это хорошо. Ну все, минуту, включаю. Кто-нибудь, остановите его, мы выиграли 10 тысяч гривен. Сейчас, сейчас. А припев, давай припев, да. И... Можно припев? Припев как-то неплохо. Не, а куплет вы обалденно спели, конечно. Да не, ну Серега просто, конечно, певец. Ну, когда смеетесь, неплохо. Певец не от Бога, а откуда-то. В общем. Сергей, вы знаете, вы пели замечательно. Замечательно. У меня голос плохо, но... А? Голос неплохой, не очень. Голос плохой. Неплохой, тембр хороший, да. Дим, я не знаю, что добавить. Я думаю, в каком-то... А я хотел найти жену, вот я холостой, 39 лет. Холостой, это, конечно, удивительно, что вы холостой, конечно... Вы знаете, самое главное, что ваши выступления не холостые сейчас были. А мы вам дадим деньги на то, что вы нашли себе девушку. А сколько? Сережа, я не уверен, что вы понимаете все, что я говорю. Да, достаньте наушники. Да. Вы чудом вырвали у комиков 10 тысяч гривен. И Женя умоляет взять деньги и уйти, вот заметь. Ну, может, еще раз? Не факт. Деньги? Ну, давайте деньги заберу. Сереж, берите. Да. Спасибо. Доброго здоровья. Пока. Ну, Матвей, я вас-то раскрутил, да? Да, спасибо. Я впервые на Украине, но пока не знаю, что. Ну, пока еще ничего не видел. Я очень рад, что выиграл деньги.